Это молодой Дэвид Боуи, а это бюро Аверин, Моргунов и партнеры. Сегодня мы расскажем вам, кто будет играть 13 февраля на первой ночи страсти на свалке. Ха! Сейчас мы проверим уровень музыкальной подготовки участников нашего безумного фестиваля «Ночь страсти на свалке» 13 февраля. Погнали! Неплохой уровень, ребята! Небольшой блиц-опрос для того, чтобы люди немного больше узнали о вас. Начнем. Анвар, греча или овсянка? Греча. Хламидия или коронавирус? Хламидия. Музыка или еда? Музыка. Любовь или страсть? Страсть. Смерть или двойная смерть? Двойная смерть. Политика или секс? Секс. Малярная масса серый? Серый. Нужно число назвать, цифру надо назвать. Малярная масса серый, учил в школе. Молодец, 25,5. Малярная масса серый? 8. Я столько сказал, 25,5. Хорошо, громче или тише? Тише. Помнишь ощущение в утробе? Нет. Не помнишь. Что ты ел на завтрак, брат? Антон, что ты ел на завтрак? Коронавирус. Коронавирус ел на завтрак. Почему надо ходить на тусы? Громко. Громко. Почему нужно слушать хорошую музыку, Анвар? Приятно ушам. Это электрощит. И они в лайнапе последней и первой ночи страсти на свалке. 13 февраля. Мы ждем тебя. А ждешь ли ты?